Открытие центральной елки стало одним из первых в большом многообразии новогодних праздничных мероприятий. Уже с ближайших выходных практически каждый день в городе и районе будут проходить спортивные соревнования, театральные представления, ярмарки, концертные и игровые программы. На каких мероприятиях смогут побывать белореченцы, включая 31 декабря, узнаете из следующего сюжета. Уже в эти выходные, 19 и 20 декабря, в детско-юношеской спортивной школе номер 1 пройдет открытый турнир района по вольной борьбе среди юношей и девушек на призы Деда Мороза. Ежедневно, начиная со следующего понедельника и по 31 декабря, районный дом культуры приглашает детвору на театральную постановку «Новогодняя сказка». Здравствуйте, мои друзья! Спешил навстречу с вами я. Ребят не видел целый год. Чудесный праздник в гости к нам идет. В молодежно-спортивном центре продолжится конкурс авторов и чтецов «Свободный микрофон». Тема – «Литературный Новый год». Кроме этого, молодежно-спортивный центр готовит еще ряд мероприятий для спортсменов, для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также «Голубые огоньки» для студенчества. В течение недели с 24 по 29 декабря театрализованные представления «Новогодние приключения» будут проходить в городском культурно-развлекательном центре. Дети работников организации Белореченского района также с 24 по 30 декабря смогут побывать на новогоднем представлении в спортивно-развлекательном комплексе «Химик». 26 и 27 декабря на Центральной площади пройдут ярмарочные гуляния. Здесь можно будет купить новогодние подарки и продукты к праздничному столу. А на следующий день, 28 декабря, начнет свою работу ярмарка новогодних украшений, изготовленных детьми под названием «Мастерская Деда Мороза». 31 декабря в 10 часов утра на Центральной площади начнется театрализованное представление, а спустя полчаса после наступления 2016 года развлекательная программа «С Новым годом».